мы сегодня собрались почтить память монахини Мисаилы. Я думаю, что у многих, а может быть даже и у всех здесь стоящих, какие-то личные связи с нею, да? Какая-то своя личная история есть. Матушка Мисаила принадлежит кругу тех подвижников, на которых, в общем-то, держалась вера в годы, когда официально религия была гонима, когда верующие люди считались неполноценными членами общества. Да? Их просто в лучшем случае терпели, либо гнали, либо в лучшем случае терпели, ждали, когда они уйдут из этой жизни, перестанут, так сказать, коптить свет. Да? Ну, а они жили и жили и жили, как сказал один архиерей о белых платочках, да, что вы будете делать. Ну, известна эта история, да, советского времени архиерей православный. Его спросили, говорит, что вы будете делать, если все ваши белые платочки вымрут. Он сказал, наши белые платочки бессмертны. Вот. И вот действительно, матушке Мисаиле Господь даровал такую долгую-долгую жизнь, вот словно вот она держалась, оставалась здесь, на этой земле, Господь держал ее в этом теле, уже стареющим для того, чтобы вот этот огонек вот дальше веры теплился. И подобные подвижницы матушки Мисаилы есть во многих местах. Конечно, во многих местах. О ком-то мы знаем, о ком-то нет. Вот в нашем приходе, где служу я, и вот несколько прихожанок со мной приехали, это село Куньи Горшеченского района. Вот у нас тоже на приходе была монахиня Агния Сотникова. Вот. В 20-е годы она была арестована, даже вот проходила по делу следственному, ее привлекали, в тюрьме она сидела. Но потом вот она вернулась, она была до революции, она была в монастыре, вот, а после, уже в советское время, она жила на приходе в одном маленьком селе рядышком с Куньей, там Нижнедорожная, и была прихожанкой нашего храма, и вот тоже, так сказать, многие помнят о ней, вот, похоронена на нашем Куньевском кладбище. И вот только что сегодня утром я читал книгу о недавно почившем епископе Вениамине Королеве, да, Железногорском. Тоже, так сказать, многие его, наверное, знали. Да. И вот тоже в том селе, откуда он родом, также была группа монахинь из уже закрытого монастыря. Вот в детстве он помнил, что его мама ходила к этим женщинам. Вот ходила, вместе они общались, молились. И его мама все время дома перед трапезой всегда молилась. Это вот было вот с детства, так вот, всегда молилась. И вот эта вот вера, эта хорошая такая традиция, передалась и сыну, и в дальнейшем, так сказать, сам сын стал епископом. И многие стали священниками, и монахами. Вот можно проследить, так как говорят светские люди, там теория там двух-трех рукопожатий, вот теория там двух-трех благословений, можно сказать. Вот от матушки Мисаилы тоже вот многое такое благословение передавалось в дальнейшем нашим современникам. И ее почитание мы видим год от года, она ширится. Вот можно даже следить там по социальным сетям, видим, сколько там реакций на какую-то публикацию, ну, связанную с матушкой Мисаилой. Сразу, только кто-нибудь воспоминания публикует, сразу раз, уже кто-то поставил свой знак, да, то, что она остается в этом приходе, где мы сегодня слушаем литургию. Отец-настоятель Сергий доверил мне возглавлять сегодня божественную литургию. Собрался небольшой собор. Отец Андрей, отец Евгений собрались для того, чтобы вот почтить матушку. Вот в этом приходе матушка остается, так вот, прихожане
на самом деле, если они настоящие такие прихожане, вот, они не уходят из прихода после смерти. Они просто переходят на новый уровень, на небесную часть прихода. И вот, и как вот есть бессмертный полк, да, так вот можно сказать, что вот в церкви есть такие бессмертные двадцатки. В каждом, да, в каждом приходе такие бессмертные двадцатки. Вот матушка Мисаила здесь, в нашей бессмертной двадцатке. Мы после литургии послужили ей панихиду, а сейчас вот, ну, как, все желающие можем еще пройти на ее могилку и послужить там литию, еще такую краткую литию, вот так, чтобы поставить еще один знак такой вот в нашей сегодняшнем богослужебном дне. Вот. Большинство, конечно, здесь присутствующих паломники, да, которые приехали сюда из Курска, да, из окрестных. Вот. Хочется пожелать всем, отцу-настоятелю, да, отцу Сергию, чтобы приход ширился, чтобы этот храм вот, жил и действовал, так, а рядышком вот, в то же время и богослужения в большие праздничные дни можно было совершать в соборе, да, вот так вот, тогда вот, и чтобы были те, кто, как можно больше, да, те, кто с пропиской местной, да, вот, чтобы на кого можно было положиться, кто мог нести круглосуточное дежурство. Городские, они приехали, уехали, вот, а нужны, конечно же, местные, на которых нужно опереться, вот, чтобы эта опора была такая большая, вот, и у всех, кто здесь молится, сохранялся вот этот молитвенный настрой, такой, какой был у матушки Мисаилы, молитвенный настрой и вот самое главное – ориентация на Бога, да, небесную. То даже подвижники, они дают нам пример. Но если вдруг подвижник заслоняет собой Бога, то это ложный, конечно, подвижник. Да, такого происходить не должно. Подвижники должны нам помогать укрепляться в вере в Бога. Бога. И вот матушка Мисаила, она помогает. Спасибо.